Хочу напомнить вам известные слова Высоцкого. При современном машиномобиле трудно по жизни пройти до конца. Эта фраза сегодня, когда машинное обилие еще более увеличилось, как нельзя более актуальна. Вот вам авария. За Москворечье трое везли хоронить одного. Все и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Автомобилей прибавляется, а дорог и тротуаров нет. По данным Карельского республиканского отделения Ространсинспекции, за 10 месяцев текущего года произошло 911 дорожно-транспортных происшествий. Это почти на 3% меньше, чем в прошлом году за этот же срок. Погибло 140 человек, то есть на 11,4% меньше, а вот раненых, напротив, больше, почти на 14%, и цифра эта внушительна – 1105 пострадавших. Увеличилось и количество пьяных ДТП – 215. Такая вот невеселая статистика. Ведь всех нас когда-нибудь кто это задавит?